Банк России проводит образовательный курс «Прививаем культуру финансовой грамотности» для пожилых граждан. Будет дано 4 урока, на которых пенсионеров научат многим вещам в этой области. Например, как безопасно и эффективно пользоваться банковскими услугами, как применять современные онлайн-технологии и как не стать жертвой мошенников. Владеть такими знаниями очень важно в наше время и нужно, чтобы люди старшего поколения не отставали от молодых. Good afternoon. Я пришел расширить свои знания в области финансов. Полгода, как я уже не работаю, появилось много свободного времени. И это свободное время надо использовать с толком, чему-то научиться новому. По словам пенсионеров, вокруг много мошенников, которые хотят вытянуть последнюю копейку. Кто-то даже СМС присылает с текстом: «Бабушка, я попал в беду, отправь 5000 рублей». Для старшего поколения важно знать финансовую грамоту, и сложности их не пугают. Банк России на протяжении уже нескольких лет занимается повышением финансовой грамотности. При этом наши мероприятия направлены на различные целевые аудитории граждан. Старшее поколение часто пользуется услугами разных компаний, но эта категория населения больше всех подвергается риску. И очень важно доступным языком разъяснить пожилым людям, как можно обезопасить себя. Уроки пройдут с 7 по 17 мая. Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, ЗапТВ.